Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. А что уже представляться, знаете же уже. Как вам сегодняшняя игра? Да, хорошая игра. Черным повезло команде «Миан». Лучший игрок этой команды. Мало сыграл сегодня. Им повезло, конечно. Мы много не забили. Санька молодец, вот у них хорошо сыграл, 87-й. А у вас что получилось или что не получилось? У нас, да, у нас много, здорово, много получилось. Конечно, скамейки чуть не хватило, ну пару человек хотя бы для освежения игры. А так, моментов много. Пенальти не забили, моменты там были, не забивали. Ну, хорошая игра, в принципе, хороший результат, что для нас, что для них, я думаю. Окей, круто, спасибо. Пожалуйста.